Епископ Томас Декстер Джейкс, продюсер нового фильма «Небеса реальны», считает, что успех фильма о 4-летнем Калтоне Бурпе, который во время клинической смерти побывал на небесах, объясняется растущим интересом людей к загробной жизни. И этот интерес имеет религиозные корни. Людей привлекает простота истории Колтона. Важную роль также сыграли яркие детали и уверенность в правдивости этой истории. В нашей культуре растет интерес к жизни после смерти. Желание понять, что такое небеса, захватывает воображение людей, независимо от их религиозных убеждений. Движущей силой этого любопытства часто является необходимость найти свое предназначение в этой жизни. Уверенность в том, что есть жизнь после смерти, укрепляет душу человека и его веру. Задача кинематографистов – помочь людям задавать вопросы, сделать так, чтобы они покидали залы кинотеатров с большим количеством вопросов, чтобы они потом начали искать ответы на эти вопросы. Вы не можете решить мировые проблемы за 90 минут, но вы можете вооружить людей и дать им надежду в их исследованиях смерти, погребения и воскресения Христа.